Что такое продукты будущего и как это едят, рассказали белорусские ученые. Специалисты НАН разработали целебную пищу, которая сможет уменьшить количество сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Речь идет не о высокой молекулярной кухне, блюде, напечатанном на 3D-принтере, или же продукте, выращенном в пробирке. Продукты будущего, как оказалось, это прежде всего исключительно натуральная еда. В научно-практическом центре Академии наук разработали продукты функционального назначения. Завтраки, обеды и ужины, которые помогут человеку сбросить или, наоборот, набрать вес. Мы работаем над продуктами, которые позволят уменьшить количество сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. Вот сейчас тревожная такая ситуация, что у нас склонность есть и наших детей, и взрослого населения к ожирению. Особое внимание уделяют здоровью будущих мам. Витамины, прописанные врачами, заменят на натурпродукт. Пюре, разработанное учеными и медиками, будет быстрее и лучше усваиваться. Оно поможет победить слабость и головокружение. Так называемые натуральные продукты будущего, по сути, уже есть на полках белорусских магазинов. Но вот как популяризировать их и заполнить прилавки стран ЕАЭС, будут говорить на первом евразийском форуме молодых ученых. Он состоится в Минске уже в декабре.